мы в Самаре. Парк какой-то, елка здесь новогодняя. Поехали, покажем елку. Такая большая красивая елочка впереди. Это что за здание такое? Там дальше памятник большой. Самара. Чапаевская? Ну, а там... Кому это интересно? Это увеличивает. Даже не знаю, что это за здание. Без комментариев. Потому что не знаю. Но очень красиво. Прямо или налево? Прямо или нам сигналит. А мы снимаем. И развлекательным детям, горки красивые. Солдат великий. Куда-то мы красивое место заехали. Улица Вилоновская, улица Самарская. Туда налево, к набережной. Раз дальше некуда ехать, значит поедем налево. Волги. А впереди улица Чапаевская. Здесь какой-то храм красивый. Звонится, часы. Мы вышли на набережную. Музей бункер Сталина. Налево. 200 метров. Налево. Вернуть, что ли? Нет, что там тут музей бункер, что там не дали. Вот он, наверное, красит. А вот сейчас направо поедем. Там вот, что-то храм. Теперь знаем. Музей бункера ставит. Вот это, скорее всего, слева. Я тебе сказал, посмотри. Чё щелкнул, сидел. Ой-ой-ой. Музей бункера. Прямо едем, что ли? Направо. Зачем нам? Направо пойдем. Здесь что-то красивое снимать будем. Волжский проспект мы попали. О, здесь вот уже старые здания, красивые. Красота. А потом где-нибудь развернемся обратно, поедем на музей бункера, покажем. Ну, вот этот район посмотрим, что за район. Памятник князю. Ой, не успел даже прочитать. Волжский проспект. Где-нибудь будет разворот, развернешься и поедем в музей бункер Сталина покажете. Там какая-то стела еще стояла, издалека видел. Кому не знаю. Здесь где-нибудь ищи разворот и музей бункер пойдем пока. Я пока увеличу. Не знаю, она возьмет, нет. Вот так вот. Попробую увеличить. Размывчато получается. Здесь тоже набережная. Набережная красиво. Летом обязательно приедем. Выход прям к на Волгу и красиво, да, наверное? Георгий Победоносцев, храм 150 метров. Ну вот он на горе был, я его снимала. Площадь Славы. Цирк там. Ну я говорила, что там купол. Цирк. Нет, нет, давай на бункер поедем. Разворачивайся. Если есть разворот, разворачивайся где-то. Обратно поедем.
куда двигаться. Просто мы не знали, пока по какой улице надо ехать. Теперь знаю. Ну, здесь очень красиво. Вся набережная Волги тут очень красиво. И погулять, и красиво оформлено. Чайхона. Тут где разворот найти, не можем найти. Уборочные машины. Роснефть. Здание большое, высокое. Ну, как направо идти вот сюда? Ну, давай и где-то искать разворот. Да. А это вот всадник кому здесь? Георгий Победоносец какой-нибудь? Нет, конечно. Не знаю, какой-то всадник. Или на Самарскую опять выйти, так же, как мы ехали. Нет, давай лучше обратно. Мы Самарскую эту развалюху, улицу смотреть уже не будем. Все дома негодные. Это вот цирк, что ли, мы приехали? Цирк, наверное, приехали. Всадник какой-то там впереди красивый. Так и не знаю, кому этот всадник. Набережная красиво. Хочу сюда летом приехать. Гулять. Сколько собирались, так и ни разу не приехали. А гулять здесь довольно-таки очень красиво, как в Казани же. Вся набережная красивая. Здесь даже больше можно, наверное, аттракционов больше. И сама площадь. Сама площадь, да, значит. Речка, а здесь. Да. Никого. Да, и здесь. Нас. Где? Жабстрелка стала очень. Да? Надо посмотреть, где женский монастырь. Ой, ну какая улица красивая. Даже зимой прям вот как она вдохновляет. Вот снова мы здесь. Храм. Гостиница ЦСКА. Приезжаем. Спортивный комплекс плавательный. Видишь, какая здесь улица хорошая. Это что за предприятие такое? Дымит. СГРС. На станции говорит. Мне ни о чем не говорит. Вот впереди уже видим. Бункер Сталина. Там музей? А мы вот спустились здесь, да. Вот как раз здесь. И мы сейчас вот так прямо проедем. И этот бункер увидим. Вот он, этот бункер Сталина. Нет, дальше. Нет? Дальше. С храмом. Ну, чуть-чуть не доехали, наверное. А вот тут монастырь, наверное, женский как раз, вот, где был указатель написан, конечно. Ой, на воротах написано, ну да, женский монастырь, а как красиво там. Ну это впереди, а это вот как раз женский монастырь. Да, здесь, вот здесь спустились. Да. Да. Мы отсюда спустились, а мы сюда ехали, сюда. Прямо ехали. Зачем? Ну мы оттуда спустились, а мы сейчас посмотрим. Вот отсюда посмотрим. С этой стороны же мы не видели. Военно-исторический музей. Вот он здесь. Этот бункер Сталина. Ну, с
сюда, конечно, я и не приеду за него смотреть, этот бункер. А женский монастырь хочу приехать. Там площадь большая, и прогуляться. Это следующие выходные, когда... Ветеранская церковь. Ветеранская. Видишь, здесь сколько много можно походить. На целый день надо приехать именно на эту улицу, где можно гулять. А здесь Волга уже сразу. И все это набережная Волга. Вот это лютеранка. Имени Горького. Площадь имени Горького. Вы не знаете, о чем это? Я знаю. 40 лет. Кой-кого. Кой-кого. 40 лет тут не было. Кого мы не знаем. Имени Струковский сад. Струковский сад. С Новым годом. Ладно. Мы вас тоже поздравляем. Но мы сюда экскурсию повторим, потому что мы, у нас сегодня еще только познавательность только. Пока мы не знаем даже, куда едем, чего едем, что смотрим. У нас обзор на экскурсию по городу пока. Музей. Ладно. Мы тебя увидели. Вон церковь, видишь, лютеранская, видишь, крест как высоко поднят. Вот он, церковь, вот там мы доехали. Видишь теперь? Мне кажется, что давно его... Нет, вот, посмотри, необычная церковь. Вот она и есть, наверное, какая-нибудь католическая. Я так думаю. За здание такие красивые с колоннами. Не знаю. Дворец труда написано. Дворец труда. Там площадь Ленина какая-то, я так думаю. Куйбышева. Площадь Куйбышева? По Куйбышеву. Я уже тут даже все могу, ничего не помню. А стоит как будто бы Ленин. Это сказал придумыватель Тони. Ну, и правда Ленин, а ты мне Куйбышев, Куйбышев. Угу. Дядя Ленин говорит, да, маму, папу на, слушайся. Направо едем, что ли, налево, налево свернем. Ну, я же говорю, издалека похож на Ленин. Там Куйбышев, Куйбышев. А мы можем это, выехать отсюда по обводной, типа там, сама... Ну, давай, сейчас. Давай. Я не против. Мне тоже не очень-то хочется пробки. Тем более метели обещает. Мы теперь знаем в следующий раз, куда приехать и что здесь посмотреть. Ну, я даже не знаю, что это за здание такое. Сейчас прочитаем, ближе подъедем. Ирина Михайловна, читайте, давайте, что там написано.
Сан-Мартин, областной суд. Ну куда надо? Нам домой надо. Ну, теперь уже в любом случае мы по кольцу должны проехать. Как направлено идти нам сейчас? На Рикошехов. А здесь движение что, запрещено? Знаки что, о чем говорят? Нет? Просто пешеход идет. Ну ладно, тогда пока съемки прекращаю.